Всем привет, с вами Информ-ТВ. Сегодня ушла из жизни заслуженная артистка России Марина Аничкова. Она была не только актрисой, но и режиссером, сценаристом, талантливым педагогом и театральным деятелем. О том, что ведущей актрисой Челябинского драмтеатра не стало, сообщили непосредственно в администрации учреждения. Коллектив сейчас пребывает в глубоком шоке. Марина Юрьевна, по предварительным данным, ушла из жизни по причине осложнений после коронавируса. Напомним, в театр Аничкова пришла еще в 1974 году, сразу после окончания театрального училища. За долгие 46 лет она сыграла больше 60 ролей. Помимо этого, больше 20 лет Марина Юрьевна занималась преподавательской деятельностью. Снималась актрисой в кино, наиболее известные картины с ее участием «Гонка с преследованием», «Прости-прощай» и «Ночь председателя». Также она была основателем всероссийского конкурса авторской песни, названным в честь Клавдии Шульженко. Дата и время прощания с Мариной Юрьевной пока неизвестны. Мы приносим соболезнования родным и близким талантливой актрисы.